Не бойся, как тебя зовут? Рома? Нормально, не лезь. Молчали все, как вас зовут? Не ожидал он. Так они бы не вырыли, не вырабатывали бы под ногу. Ну они по этому атаку. Они ориентируются. Там, наверное, знаете как? Главное, чтобы не выйти вперед. А вот мой четвертый. Это олимпийская сборная России. А так и умеренно. Первый финишировала четверка Загребная Калиновская. Откуда они, а? Сборная городов. А может завтра будет сыграть? Завтра в последний день, к сожалению. Второй пришла к финишу команда Республики Крым, Загребная по Желанюк. О, молодцы наши. Наши молодцы. Им даже не поддавался никто. Девочки молодцы, Крым не опозорили, не подвели. Ваши и маме ручки. Молодцы, девчонки. Парни крепкие такие. Молодцы. Колески щелок. Конечно, они по железной дороге ехали. Тут железная дорога. Дорога, железная дорога. А там тот. Низкая бригада, которая работает здесь на чемпионате России. Ну и та же, как я говорил ранее, наши соревнования посетят представители администрации города. Вообще большое внимание администрация города уделила проведению наших соревнований чемпионата России. Активно идет помощь на всех уровнях. Я думаю, что это здорово, что вот так грибному спорту здесь, в САКе, непосредственно на Новофедоровке, уделяется такое внимание.